Охуенная. Здорово, стримерша. Отец. Ты в каком городе живешь? В августе планирую поездку в Пекин и хотел узнать, что можно посмотреть и куда пойти. Хотел приехать к тебе и передать гречки и других приколов с родины. Я ненавижу гречку. Пожалуйста, не передавай мне гречку. Все что угодно. Сало привези. Такое, чтобы прослоечкой мясной, знаешь, ебай, просто соленое. Я тебе дам за него, блядь. Так, ладно. Что, погнали? Смотрим полусекретный материальчик. Чик, блядь. О, я люблю, когда на фуллскрин фильм, поняли? Что вот здесь вот нет сверху вот этой хуйни. Ну, поняли, да, что я имею в виду? Ну, полей вот этих черных, блядь, на пол экрана. Люблю, когда вот так вот. Это яйцо, ребят. Нет, показалось. А Warked Tittle Бурков. А зачем вы говорите? Я, блядь, а для чего я переводчик здесь? В 47-м году, ребят, действие происходит. Июль, ребят, июль 47-го года. Ебать, Радива. Радива охуенная. Себек выключил радио. Говорит, нахуй табьёнте. И поставил сектор газа. 20 лет назад сгорел родной мой дом. Документы, деньги, все. Блять, вы видели Мишку? Этот Мишка ебаный в глаза аж смотрит. Прям, нет, глазами вот этими красными в душу. У тебя была игрушка? Страшная. Вот как типа у Тиюхи Катя. Нет, Катя милая. Катя не милая. У меня у племянницы есть собачка Катя. Она все время носит ее с собой, малая. Ребят, чтобы вы понимали, она прошла пиздец. Я прошла афганскую войну. Вот это про нее. Она, ну, ей просто пизда. Прям видно, что собаке пизда. У вас была какая-нибудь страшная, блядь, страшная игрушка, которую вы любили? Только недолго. Пизда. Младший брат. Младший брат, твоя страшная игрушка. За шо собачку, блядь? Вы за это ответите, марсиане. Пол. Секретный материальчик. Ебать там... Ярик, ау! Тише делать? Сорянчик. Я тебе добавил усиление на 4 децибела. Нахуй, убери! Ярослав, не надо никаких усилений на децибелы, блядь. $1,350? Иди нахуй! Решил не брать? Джиша, бидже! Тонко. $1,350. Ребят, я вам переведу, блять, как бы вам в более понятной валюте. Смотрите, это 1350 рац заплатить Хесусу за секс. Вот, он по доллару стоит. Приблизьтесь.
Приветствую, други мои. Песички. Все хорошо. Ничего себе. У нее три сиськи. Хорош, блядь. Прикиньте, три сиськи. Вообще можно, блядь, растеряться мне. Зачетно. Это все Грэм. Я это художник, иллюстратор. Не задел. Ребят, хочу, чтобы вы знали. Если вы когда-нибудь увидите меня где-нибудь, вот приеду я там в Казахстан, опять в Грузию, в Дубае, не знаю, увидимся где-нибудь. И вы такие подходите ко мне, типа, Сань, привет, давай сфоткаемся, я. Вы купили мою книгу? Если я так когда-нибудь скажу, ёбните меня в кадык прям. Вот сюда вот. Желательно вот так ровной рукой. Поняли, чтоб задыхаться начал. Какую книгу? Что какую книгу? Любую, блядь. Я скажу, вы книгу купили? Вы скажете, ну да, я школу там покупал, блядь. География, нахуй. Я скажу, ок, фоткаемся. И там точно будут две кровати? А то училась там. Как же Джорджу похуй? Да? Как же Жорж стоит, выслушивает их? Говорит, давайте, пацаны. Давай не забывай, сколько людей, столько мнений. Ну, я всегда так делаю, когда... Ребята, это нормально с кентом вот так вот делать? Ну, просто, может, я отстал, блядь, у нас были другие развлечения. Это норма, да? Бля, я бы с удовольствием вот так вот приехал в какой-нибудь город, если б меня пустили в Америку. Где-нибудь сел бы в бар, чтобы вот так вот кто-нибудь зашел. Эй, ты кто такой? Я бы сказал, ты спрашиваешь меня, кто я такой, пес? Встаю со стула, беру кий бильярдный. Поняли? И быстро с помощью кия прям въебываю, вот так вот отталкиваясь от... Ну, помогаю себе, поняли? Убегаю. Эй, Яйка! Там при... Для пидоров. Блядь. Ну ладно. О нет, мы просто друзья. Пугали, что это ФБР. Блядь, я бы тоже хотел бы поездить по каким-нибудь местам, которые типа зона 51, ну там, поняли, загадочная какая-нибудь хуйня, сверхъестественная, необъяснимая там, блядь. Ну, лично я не испугался. Ты начал плакать, я устал от перелета. Мы летели... Силу ты сломаешь нам руки! Ой, нет, только не руки! Нас изнасилуют и сломают нам руки, о нет, только не руки. Ну, понимаете? То есть то, что, ну, трахнут, хуй с ним, поехали. Мне надо в туалет, ты уже ходи, у меня слабый мочевой пузырь. Или ёрш, как правильно? Какой нахуй ёрш? Подождите, как правильно называется вот эта хуйня? Которую, ну, растягивают мусора, знаете, что шины лопаются. Ёрш? Подождите, а есть, ну, научное название, правильное вот этой хуйни? Как называется вот эта хуйня, которая расстилают мусора, чтобы лопнуть шины? Google не знает. IP спалил. Да это VPN-овская, ничего страшного. Ну, не переживайте. Оно вот одной кнопкой может поменяться. Не парьтесь особо.
Лежачий еж. Что? Что, долбоеб? Какой лежачий еж, блядь? Идем. Отец твой лежачий еж. Есть кто живой? У, блядь! Нахуй вообще какую-то жижу сувать в рот себе? Неважно, это моча или что-то другое, блядь. Зачем? Ребят, я вынужден вам показать коксеньку. Привет из Рязани. Если тебе понравился третий лишний, то должен понравиться мочо и ботан. Передай привет всем косопузам. Обнял, приподнял, опустил. Коксенька. Ну посмотри на ребят. Ты такой сладкий пухляшек. Пухляшек такой сладенький. Шо? Шо я там пропустил? Привет из Рязани. Если тебе понравился третий лишний, должен посмотреть мочо и ботан. Хорошо, брат. Сейчас же смотрим. Сам ты гетерофамия. У него просто глаза разные. Люблю фисташки. Вот обидно, да, когда... От гетерофамина слышал. Я такие раскусываю. Да не, нифига, надо по ним постучать, если они не раскусывают. Уже взрослые люди. Ебать, а, у него... Не слышите, это, кстати, ну, суперспособность, которую я всегда, всю жизнь хотел, блядь, обладать. Прикиньте, невидимым быть. Ебать. И к Анджелине Джоли в раздевалку. Но меня б спалили звуки дрочки. Поняли? Я ж просто невидимый, а не неслышимый. А дрочил бы я громко. А как ты это сделал? Как ты стал невидимым? А, это у меня камуфляжный рефлекс. Как у хищника? Ну, а как он, блядь, знает? А, в смысле, как он знает? Он с 47-го года, да, здесь? И это типа наши дни. Это он дохуя уже здесь на земле. Поэтому он, блядь, и разговаривает, и булочки, варенье. Все, я понял. Шампанского. А если мы проснемся от того, что он сует пробирки нам в задницу? Джерри Звездоперчик и плывучий червь, как? Пиздец, кто такой Джерри Звездоперчик? Женя Урана? Ты взрослый мужик, ты в курсе? Бреешься, что наш? Так, подождите. Тогда получается, я неполноценный мужик. Бреешься, платишь налоги и пиписька волосатая. Чего-то одного из трех у меня нет, ребята. Это вам пища для размышлений. Сами там. Нашли? Ничего особенного. Книгу. Пиписька лысая. Да, да, ребят, естественно. Как вы раскусили меня? С сиськами. Да, с тремя сиськами. Три сиськи. Да ну, конечно, не так охуенно, как у вас. Ну, стараемся как бы. Да, в общем, никак. Держит себя в руках. Но не... Блять, семечек хочу, просто пизда. Волнуйтесь, у меня все под контролем. Шо? За нами погоня, пол. Блять, вот это дружба, я понимаю. У меня не было друга, которого я назвал бы котлетка, он меня яйка. Не забывай, я не желаю сидеть и ждать, пока меня прижучат люди в черном. Подыщем тихое местечко, где нас никто... Да. Пират? Воробьиха. У вас есть места?
Конечно, ваше место... Конечно. Вы с Грэмом как бы это... Вы поняли, как она потеряла глаз? Ей подошли и сказали, вилкой в глаз или в жопу раз. Она говорит, и то нахуй. Того? Чего? Ну, того. Того. Типа того, да? Может, у него палец... Он Спилбергу писал, блядь, этот. А я думал, он легенда. Пиздец, мы тебя раскусили, Стивен. Вор. Начинает светиться, когда он его протягивает. Может быть. Давайте. Еще... Как назывался этот сериал? Быстрее. Ну, там всякая потусторонняя хуйня происходила. Бля, ну быстрее, скажите, братва. X-Fact. Точно! X-Files. Секретные материалы. Вы такие зажатые, а? Расслабь. Мне в церкви подарили. Иисус Христос убивает Чарльза Дарвина. А за что Иисус убивает Чарльза Дарвина? За развитие. За его богохульные теории. Естественно. Какому миру 4000 лет, блядь? Алло! Кости динозавров ебучих, им по 127 миллионов там лет, блядь. Ладно, ну тогда объясните мне, как столь сложный орган, как... Завет полиции! Ну выпускай, кто ей... Пол, ну ебаный рот, блядь! Ну ты ж инопланетянин, нахуя ты мне пытаешься забанить Twitch, блядь? Осуждаю, ребят. Какой тебе смысл, блядь? Поверит блондинке циклопу. Бросим... Что он сделал? Показал ей все, да? Ну, типа, глаза открыл. Передал... Ну, давайте так. Глаз открыл. Знание по тактильному психокинетическому каналу. О, а ничего себе, а мне сможешь? Это очень утомительно. Ну, пожалуйста. Руф, постой! Оставь меня в покое! Ну, пожалуйста. Смотрите, кто их преследует. Двое гандонов, которые зашли в бар. Ну, типа такие местные там авторитеты. Они уебали их тачку. Дальше. Мусор какой-то главный там, блядь, во главе с женщиной, которая сидит, мнет там сиськи, блядь, отдает приказы. Еще двое ебланов, которых просто наняли там. Они нихуя не понимают, что делают, но что-то делают. И вот еще и папа, блядь, вот этой подруги. Ебать, они еще полчаса фильма, будет человек 700 уже за ними ехать, блядь. Стой, у меня мышцы сводят. Есть! Ты с чего? Есть! Почему? Перестань! Вот! Вот это я называю уверовала, Руфь! Вот что крест животворящий делает. Руфь, у тебя очень хуёво выходит подмигивать. Но... Давай тренироваться. Детка. Давай еще раз. Неплохо уже. Также волосы пересадил. Иди нахуй. Мне не помочь уже. Он бы дотронулся и сказал, Таня, в пизду. Это запущенный случай. Ебать, уровень 100, переговорщик толстый. Да, можете рассказать, что тут было. Бля, почему везде? Возьмем мы, блядь, наши страны, либо западный мир, либо... Да где угодно, блядь. Почему, сука, мусора жирные? Вот те, которые у руля там. Ну, знаете, лейтенанты там. Сержанты какие-нибудь, блядь. Почему они, блядь, жиреют? Вот гаишник, блядь, он жиреет за 3 года, прикиньте. Ну, он устраивается работать, через 3 года пизда, все жирно. Что-нибудь необычное? Отойди. По-моему, вообще не прет ее. Фу, хуйня ваша травка. Йод. Со мной первый раз так же было. А, там написано «Вернулась фургон». И вы, почему она на нем написала? Машину заводи!
Блять, что должно быть в голове у спецагента, блять, чтобы трогать яйца инопланетянина? Ну, что там нахуй не так с ними? Так, так, куда? Ты глянь, все не знаю. Ты бы не потрогал. Кого, яйца инопланетянина? Ну, вот вижу я, допустим, какой-то макет инопланетянина, да? Фигурку там. Потрогать яйца? Нет, я бы не потрогал. Нахуй оно мне надо? Сдается, поневоле зауважаешь.